Республикари аджазаджи зэнджи шубарванзэне абатвандарасы мэнлерех ергеленет. Еврвару дарыва керзэйкнэшэм ере аджазэм шулахи каникул вэгэдэнже лагер зэнджи канма пударашэжы. Правительство пущуга Иван Моторин республикари район зэмбеху вазан ердюджи зэмбе иртерны видеоканашура кунберги галашрэш. Верене министр Владимир Иванов район Зембехулазенже Аджабахчине Шюреген Пепкеземжин Ашамжи Кунне Алла Денгерем Бушлазат Тогрвуна Денге Дарантюленине Балартре. Уйрам муниципалитет Сенджевара Санпин Итнебегили Жюлин Абатланушин Тюлеген Хак Каштахюсни Балла. Финанс Тадаминджел Ародуру Евробулзанда Нумай Аджалышим Еземжим Шамалыхсем Упран Зайлна. Верене министр Сахал Дубышлашим Езенже Шидене Генячазене Полужу Гюме Вырынды Бюджетран Укша Денге Пахсах Вармазенже. Районы Дахула Бышлахезене Аджазаджезенже Узагура Товар багалых не, тогда хак не щивич тереслемелине галаре. Еврлару дарова герзаюкнешим езенджи аджазем, кожал тогда да пузыкрахи шпащу лаги лагерзенджи сывлых не щирепредьме булдараще. Куй дуба падшалых щинедр зайшлей. Шучандал газыбе узугурнышан парам за не подерести, те бы иду зенджень пери. Коммунала технологии зем компании квак шулумжан, карладжу и хинджи парама, нарозу и хинджи, вон билик тулди сакрвунным шпрацен щеч тюлене. Паллах куй дуба щинедр зайшлемелле. Строительство министра Олег Марков шучандал газыбе узугурнышан халыхранги легень укша деньги в гатрапуштараны не балыртре. Чавашенри информация политикинда да массалы коммуникации зэнь министра Александр Иванов республика Рик жалхи хажа журнал Ширындару дапхыре он ишла пурнышланны не галаре. Чавашен бышлыхи видеоканашлова худшынны май, Чаваш республикин бышлыхин администрации ердежине Юрий Васильева, министр зэнь кабнеджин председателин Шуми Булма, Сергей Викторова халыха эшпеди вештереген падшалы службин ердежин пугане ежин машире плетни не бельдерже. Шидес шул Элли Юрьев, Чаваш республик Кингербибе Ялавень авторы Шурал Нарамбас Агрвуну жил жидеть. Республика Бышлыхи Михаил Игнатьев Пужарвебе Унын Шурал Нугуне Павла Дума Ежуну Галарна. Республика Галармвали Елизавета Зайцева.